Каннский фестиваль 2018. Самые яркие образы звезд. Мероприятие привлекло внимание многих звезд как европейского кино, так и голливудского. Фестиваль продлится до 19 мая. В Каннах с 8 по 19 мая проходит кинофестиваль, на который традиционно съезжаются звезды как европейского, так и голливудского кино. Знаменитости и гости мероприятия демонстрируют свои оригинальные и броские вечерние наряды на красной дорожке фестиваля. В этом году на мероприятие прибыли Пенелопа Круз, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт, Чентил Джеффрис, Кика Мидзухара, Крис Ли, Фредерик Биль, Фань Бинбин и другие знаменитости. Наиболее оригинальные образы звезд представлены в галерее Корреспондент.нет. Ранее сообщалось, что был опубликован список участников и фаворитов Каннского фестиваля 2018. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://corresponden.net. По материалам сайта newsgro.com.